ночные звезды в небе закружились, и Бибикины колеса с гонки покатились. Колесики, и красивый руль, дворники работают, парнишка льет бульбу. Включаем зажигание и левый поворот, на карте расстояние, поехали вперед! Колесики, и красивый руль, дворники работают, парнишка льет бульбу. Se tu quiser, eu tô convido. Vem com a cheira, sente na paz. Tá, só, sente só, não dá pra cuidar. Eu tô bem lá, que o mundo vai bater. Só de pensar em tome lá. Глория шла с тренировки. Мама подошел, тронул ее за плечо. Глория кидает маму на через прогиб. Мама говорит: Глория, ты не так все поняла. Я просто хотела спросить, где здесь лагерь Чайка. Итак, Глория и мама познакомились. Отлично, так мало того, что познакомились, еще и в Чайку попали. Вот как их судьба привела сюда.
Хорошо, а следующая пара — «Золушка и принц». Попрошу вперед. Прекрасно, прекрасно. Вам микрофон не нужен для этого? Не-не-не. Супер, у нас постановка. В зале, пожалуйста, тишина. Я красивый принц, я пришел рыбачить. О, какое рыбище, овощи. Ой, что это? Ой, ладно, моей будешь. Отличная лавстория, живем такой, решил и постановил, красавчик. А теперь как же познакомились Джокер и Харли? В общем, все начиналось с психбольницы. Я была психиатром, и это был мой... Пациент! Вот, он мне понравился, все такое, короче, как обычно, в обычной комедии, в общем. А, он мне понравился, мы там такие, о, круто, да, дискотека в тюрьме, Его, короче, потом забрали куда-то, я вообще не без понятия куда, что там происходило с ним. В общем, он приперся потом ко мне такой, типа, о, давай жить вместе, сейчас я буду идти, ну, короче, как обычно. Вот. Мы такие, типа, ну, окей, нужно как-то... Думать, как бы, все больницы жить как-то вместе, как-то нет. Вот. Потом мы такие, ну, надо сбегать, да, сбегать. Он, короче, позвал своих друзей, там кого-то, я не помню, что было дальше, рассказывать там. Потом мы решили пойти погулять. Конечно же, в этом нам помогли мои друзья. Но мне показалось то, что ее психика была не настолько сломана, как моя. Поэтому я решил ее скинуть в чан. Но я решил... А по факту скинула я его. Но я решил то, что это будет слишком подло, если я скину ее сам, и поэтому мы решили скинуться вместе. После этого мы стали жить очень долго и счастливо, но вскоре расстались. Вот так, как обычно. Ну, пока вы не успели расстаться, мы, я думаю, успеем провести отбор. А следующими у нас будет love story пары «Царевна и Иванушка». Прошу вперед. Микрофон. Жил-был принц Иванушка. Поймайте, тишину! Встретил он прекрасную принцессу, схватил ее. На руки нет? Жил-был принц Иванушка. И пошел он искать жену. Пошел на болото. Стрелять из лука. И случайно попал в жабу. Сидящую на болото. На болоте. Ты сейчас получишь. И жаба говорит: приюти меня, пожалуйста. И он приютил ее к себе. И они уехали вместе в лагерь Чайка. Конец. Вот и же он счастлива вместе с жабой, которую приютил из болота. Молодцы.
А следующую пару я сюда попрошу. Красавица и чудовище! Красавица работала в салоне красоты. Красавица работала в салоне красоты, а чудовище пришло туда как клиент, потому что люди стали его пугаться из-за его лохматой шерсти. Так они познакомились. Аплодисменты нашей паре. А мы встречаем пары Буратины и Мальвины. Можно похлопать. В общем, Буратино и Мальвина с детства общались, но они разъехались по разным городам и их разлучили. Они не виделись много лет, но в итоге нечаянно нашли друг друга ВКонтакте, начали переписываться. Вот. А в итоге поняли, что еще не все потеряно, и все равно друг без друга не могут. И еще и встретиться. Конец. Молодцы, отлично. Это такая современная. И Жене, Буратине и Мальвине. Ну что, супергерои, вы готовы? Эластика и мистер Исключительный, прошу вперед! Аккуратно проводочек, кому микрофончик? Или микрофончик не надо? Надо? Надо, не надо, надо. Сражались. Мы сначала вместе спасали мир, потом соревновались за спасение, потом решились, ну и все. Свидание. Ну как-то так вот, очень коротко все произошло. Познакомились, по мультику там помню еще много детишек было, таких тоже суперспособных у них. И последняя пара их love story. Микки Маус и Минни Маус. Отлично, они познакомились, отличная вам история. Жюри и запишет. Вот этот конкурс, каждый комплимент это один балл. Если у нас участник задумывается более чем на 5 секунд, соответственно, на этом мы останавливаемся и выходит следующая пара. Договорились? Не слышу, договорились или нет? Тогда конкурс комплиментов начинается прямо сейчас, а мы с вами считаем. Ты красива, ты умна, ты интересна, ты четкая. Ты мила. Ты привлекательна. Шесть комплиментов сказал наш
на место. Следующая пара, попрошу вперед. Золушка и принц. Принц готов? Зал, давайте так договоримся. Я считаю ручкой комплименты, если у нас принц сбивается, я вот так вот махаю, и мы начинаем все вместе читать. 1, 2, 3, 4, 5, и они выбывают. Но если он успевает опять что-то сказать, он не выбывает. Ты красивая, ты умная, ты четкая, ты милая. Ты красивая, ты... Хорошая, ты... Добрая, ты... Все, и желательно не повторяться. Пара возвращается на место. 7 комплиментов сказала наша пара. А мы приглашаем Еву и Вали. Ты ужасно красивая, страшно привлекательная, милая, умная, счастливая, идеальная. У тебя красивые глаза. Ты веселая, ты прелестная, ты заботливая. Прекраснейшие комплименты, Ева и Валя возвращаются. А мы встречаем пару Фиона и Шрека. Ты милая, красивая и очень-очень добрая, веселая, милая. Привлекательная, сногсшибательная, лучшая, веселая. Привлекательная. 9 комплиментов друг мой. Забирай свою половинку и возвращаемся. А мы встречаем следующую пару, да, Джокер и Харли Квинн. Ну что, Джокер готов? Погнали! Отличная, сногсшибательная, привлекательная, отзывчивая, милая, добрая, красивая, умная, добрая, красноречивая, привлекательная и красотка. Красивая, красотка немножко разная. 12 комплиментов сказал! У нас Джокер для своей избранницы, а мы встречаем пару Царевна и Иванушка. Иванушка готов? Тогда начинаем. Ты хорошая, умная, веселая, бодрая. Комплименты сказала наша пара. Молодцы, возвращаемся на место. А мы встречаем красавицу и чудовище. Готов, мой друг? Ну, давай. Ты красивая. Ты милая. Ты добрая. Ты единственная. Верная. Только другая. Только другая. Только лучшая. Красивая. Но собачная. Высокая,
Что за было? Супер, ты победил многих. 11 комплиментов ты сказал для своей красавицы. А мы встречаем Бару Буратино и Мальвины. Красивые волосы, то есть прическа, у тебя красивые глаза, у тебя красивая одежда, ты стройная, ты веселая, ты счастливая, ты интересная, красноречивая. Индивидуальная, умная. Зажигательная. Сногсшибательная. Милая. Добрая. Красивый нос все не сойдет. Сойдет, конечно. 14 комплиментов сказал наш участник для своей замечательной половинки. Эластика и мистер Исключительный. Прошу на сцену. Вставай, 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 вставай. Ну, они же повторяли. Ну, конечно, круче было бы, если ты прям изобрел свои крутые комплименты. Крутая, у тебя красивые сандалии, у тебя красивые глаза, прикольная прическа, и очень эластично, не очень истерично. Смешная, супер, 10 комплиментов, шикарный результат. А мы встречаем пару Микки и Минни Мауса. Давай, Микки Маус. Носовка Лавитону на 1000 рублей. Шапка Лавитону, красивая прическа, миниатюрная. Телефон Андроиду. Любит очень много цветов. Хорошо, стой, подожди секунду. Время пока не идет. Меня просто волнует вопрос. А как телефон является комплиментом? Ты чисто ради телефона с ней? Из-за телефона, да? Я понимаю. Это любовь по расчету, ребята. Тут все куплено. Ладно, 6. Двигаемся дальше. Красивые серьезки. Красивое. Красивое телосложение. Очень любит ходить на разные экскурсии. Займет у самую лучшую пару в лагере «Чайка». И находится в самом лучшем лагере. Почему это не прилагательное? Ну, вот такие вот своеобразные необыкновенные комплименты. Их было 11. Получает наша пара Микки и Минни Мауса. Ну что, девчонки, думаете, все пацаны будут только... Мирно, не догнуть я хотела сказать. Да. Ладно, ты так ужасен, красив, что не хочется порой с тобой сидеть на лавке. Но ты красив, и это все, что я хотела сказать. Ну, практически, да, такая серенада, рэпчик, рэпа-серенадовская. Хорошо, Золушка и принц, попрошу вперед. Слушаем серенаду. День был прекрасный, когда принес ты мне кроссовок. Я
мне было скучно. А с тобой мне хорошо. Все. Молодцы, хорошо. А мы встречаем серенаду от Евы для Вали. Проходим вперед. Ну, короче, ты милый, красивый, позитивный, жизнерадостный. Короче, самый-самый. А я не понимаю, зачем говорить словами, если можно передать эмоциями. Ой, какая красота, только это песенка. Серенада — это песенка, а не рассказ. Ну, да-да-да, мы встречаем следующую пару. Фиона и Шуме. Фиона, спой, пташка. Максим, ты лучший, Максим, ты классный, ты милый и вообще крутой. Отлично, вот такая авторская серенада. Можно исполнить серенаду, которая не авторская. Прошу вперед. Я помню синие кровати чёрн. Я помню синие обои грязные, кровати на стихушке двое. Кто мы, откуда, откуда? Хорошо, принимается такая серенада. А мы встречаем серенаду от царевны для Иванушки. Третьи красавчики! Вроде он ничего такой, вроде дружит с головой. И нормальный он вообще, нету больше комплиментов у меня. Ладно, не просто только это же комплименты, серенады. Петь, надо петь. А мы встречаем красавицу и чудовище! А, хорошо? Итак, начнем. Ложкой снег мешаем, ночь идет большая. Что же ты делаешь? Не спишь, спят твои соседи, звездные медведи, и ты уснимаешь. Что не смог встать. Супер! И мы встречаем серенаду от Мальвины для Буратины. О, боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку. И дочка, и дочка. О, боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и дочка, и дочка. Ну, вот так к средневам подошла Мальвина и спела серенаду для своего Буратины. А мы встречаем серенады Эластика и Мистер Исключительный. Ты мой Ярик, а я твоя Снежана. Мы выступаем на сцене в лагере Чайка. Ну тоже да, молодцы, молодцы. Проходим, красавчики. И Микки с Минни Маусом, ваша серенада. А мой Микки едет на девятке по автостраде, дрологачая шайка. Я кружилась с ним на сцене Чайка. Ты мой Микки, а я твоя Мини. Молодцы, отлично, шикарно! Yeah!
Хорошо, хорошо. А сейчас большая просьба. Давайте сделаем... Результаты наших победителей. О, вы тоже поддерживаете, да? Успеваем, друзья. Ставим ручки, ручки уже встали, я больше чем уверена. Хорошо. Давайте пока начинаем присаживаться, потому что... Встаньте. Встаньте. Встаньте, пары, начинаем шевелиться, начинаем танцевать. Дополнительные баллы. Третий отряд. Скажите, в каких парах находятся ваши ребята? Каких? Джокер и Харли, Микки и Минни. Джокер и Харли, Микки и Минни получают по дополнительному баллу. Третье место. А ну-ка, пожалуйста, пустили барабанную дробь по ножкам. Давайте все барабанную дробь. Третье место. Остается паре. Красавица и чудовище! Прошу вперед. Молодцы! Мы, наши сегодняшние финалисты. Двигаемся далее. Второе место. Барабанная дробь. Достается паре. Джокер и Харли Квинн. Молодцы! А что ты будешь делать, красавцы? Можно сильно активно поддержать. Первое место! Барабанная дробь на толстости максимально высокий! Первое место достается паре. Достается паре. Буратино и Манира! Молодцы! Вы сегодняшние наши победители! Умнички! Всех участников мы поздравляем! Вы отлично справились с заданиями! Прошу! Заболела, поэтому с вами я, Александра Дмитриевна, ведущая программы «Кто самый умный?». Сегодня на этой сцене пройдет суперфинал, в котором примут участие 5 самых умных вожатых нашего лагеря. Итак, встречаем вожатую 4-го отряда Веронику Юрьевну. Поприветствуем! Отлично! Третий отряд! Давайте потанцуем! Третий отряд! Елизавета Александровна!
Евгеньевич, поприветствуем! Станется бесконечно, нам сегодня было хорошо. Девятый отряд, Надежда Алексеевна, поприветствуем! Девятый отряд, Надежда Алексеевна, поприветствуем! Выступали Вероника